Алексей, скажу, что темы работы СМИ, темы свободы слова не было в дискуссиях. Но вот как только сегодня утром президент закончил свою речь, она была очень длинной, много там было важных тезисов. Первый вопрос, который задали главе государства, а его задала европейская журналистка, это как раз был вопрос вокруг ситуации с поджогом редакции подробностей. И в частности, также у ситуации с расследованием убийства Павла Шеремета, сложилось впечатление, что очень сильно встревожили эти события европейцам, но это, собственно говоря, очевидно. Тут есть наши коллеги с BBC, к примеру, есть коллеги с CNN. Мне удалось пообщаться со Стивеном Сакуром, это ведущий передачи Hard Talk, очень известный в Европе журналист. Но он сказал, что немыслимо такое было бы в Европе, и выразил надежду на максимально тщательное расследование этих происшествий.